Ага, Антон Валерьевич, тут такой вопрос есть, один общий, можно? Нет, нет, я просто вопрос другой, организационный. Так, есть у меня идея, давайте перенесем вебинары на воскресенье на это же время. Ну, Но это давайте. будет зависеть от вашего желания, у вас Да, как свободно. скажете, без разницы, как вам удобно. Пытаюсь обосновать, что делает понедельник наши самые популярные москвичи и прочее в это время, в 16 часов по Москве. Ну, в пробках стоят, на работе заканчивают. Потом говорят, мы посмотрим записи, а потом уже, знаете, как уже многие уже не смотрят никогда. Это кажется Ладно, в записи. смотрите, как скажете, мне как вы скажете, так и будет. Проведем экспериментальный в воскресенье в 16 вечера следующий вебинар, хорошо? Все, ладно, нас слышат. Все, спасибо. Так, друзья, вебинар настроен, поехали. Так, значит, перед нами девочка, которая зовут Алена. Вот, это внучка Юрия Алексеевича Латинкова, нашего волшебника. На Урале это номер один, понятно. Вот, и один из первых во всей России. После того, когда он умер, я не стесняюсь, называю его садовым гением. Вот. Ну, а друг присылает мне, его дочка Оля присылает фотографию уже своей дочки, Алены. Вот. Задает вопрос. Подскажите, что это за сорт? Я говорю, Оля, ты своего отца плохо знала, я лучше знал. Вот. Мы много с ним натворили делов. Мы оба, каждый, заметьте, каждый самостоятельно, почему мы подружились. Вот. А с ума сходят поодиночке, а вдвоем уже не сходят. Так вот, мы оба пришли к мнению, что вегетативная гибридация существует раз и открывает огромные возможности по изменению формы, вкуса, цвета, веса. Косточка культур в первую очередь. Я семечками не люблю связываться с косточкой. Вот. И результат. Вот, Константин, скажите, пожалуйста, как это сорт персики называют? Да теперь нет такого сорта. Я говорю, Оля, это мама ее, я ей диктую, говорю, записывай. Это будет называться сорт, нет, клон персика Латинкова за номером один. Вот. Вот и все. Почему? Нету такого сорта. Все. Посмотрели, облизнулись. Вот. Работаем, друзья. Так, вот это буквально, я включаю компьютер всего 20 минут назад. Вижу письмо, говорю, успеваете, послушайте, потому что одно дело одному отвечать, другому сотням. Так, здравствуйте, подскажите, что за сорт Сорочинская? Хотел сувенир Востока, но опоздал. Ну, сувенир Востока у меня в этом году не урожай. Кому-то достанется, но совсем мало. Поэтому никому не обещаю. А когда планируете высылать, значит, сливы я планирую высылать уже через неделю-две. Отстают венгерки. А Сорочинская – это венгерка. Вот я взял, давай быстро лихорадочно, мне же надо найти еще фотографию. Я люблю это. Нашел. Только баха, это богатырская. Но они родственники. Я и ту с Украины привез, и эту с Украины привез. Вот. Может, это одно и то же, только в разных этих областях по-разному называется. Вот. Вот так смотрите. Не на девушку, а вот так. Вот. Вот, пожалуйста, теперь вы имеете представление, что за сорт. Идем дальше. А, это я сейчас листать начал каталог. Возвращаемся к нашей лекции. Вот. Ну, посмотрели? Вот. Как вы смотрите без воли долго? Я это иногда думаю, Господи, ну куда мои ученики лезут? Ну куда? Совсем с ума посходили. Вот. Разве можно своего учителя доводить до инфаркта, а? И вот получаю я сопроводительное письмо. Апорт. Первый урожай. Ваши веточки, мои веточки. Прививкам 3 года. Вот. Кто это? Мы скрываем.
Подумайте, вы думаю, Филипп Евгений Санч, Приморский край, село Новосысоевка. Ну, а дальше он присылает еще фотографию прививки этой трехлетней. Вот здесь она и висела, это самое, эта яблоко.